Здорово. Здорово. Что, как у вас там обстоятельства? Да как, постреливаю, заебись. Что, вы все на тех же позициях сидите? Конечно. Кстати, а там за фуру с яблоками вам ничего не говорили? За кого? Ну, за машину с яблоками, ничего не говорили? Говорили, говорили. У меня приказ сжечь нахуй. А ты откуда знаешь, что это за машина и с чем она едет? Ну, мне сказали, если подозрительная личность, без разговора сжигать нахуй. Да? Конечно. У меня приказ от майора такой. Появляется машина или фура, или что, яблоки, только это, блядь. Смотришь, спрашиваешь, что везет. Яблоки. Если человек подозрительный, ебашь без разговора, разговоры потом. Да, откуда вообще должна ехать? Откуда они могут ехать? Ага. С моей стороны не могут ехать. А, с твоей, короче, вы их первые будете сжигать. А если не успеете, то... Первые сожжем, ну... А если не успеете, то мы их сожжем, да? Не могут ко мне забрести, я ж не прям на трассе стою.